не моя вина. Это не так? В голове она. Черт. Верни назад все, вернись я сам. Иди сюда. Борис, ты поранишься. Прошу, давай не будем лгать. Это ужасный способ начать отношения. Если ты дашь мне шанс, это станет хорошим опытом для нас обоих. Я тебя не обижу. Здесь ты в безопасности. Расскажи о Люке. Куда я должен идти? Не делай этого! Не указывай мне, что делать! Я понимаю. Кто такая Оливия? Новый помощник моего редактора. Кажется, у Такера появилась другая. Оливия! У тебя не все в порядке с головой, да? Знаешь, ты мне его напоминаешь. Оливия? В следующий раз открывай дверь. Оливия, посмотри на меня. Я не Люк. Все кончено. А как же свадьба? Я не женюсь на тебе. Это из-за Оливии? Ты права насчет Оливии. Я должна спросить. У нас не темные волосы. Мы похожи. Но ты хотел на ней жениться. Почему? У нее темные волосы, как у меня. Почему ты похитил меня, а не ее? А это откуда? Женщина утром принесла. Вы с ней разминулись. Казалось, что ее зовут Анна.